содержать сию цитадель, аще случится, хотя до последнего человека. Если неприятель захочет пробиться мимо, и я стрелять, когда подойдет ближе. Стрельбою не спешить. По выстрелянии последней пушки первая была бы паки готова, и ядер даром не тратить. Петр I, 1704 год. Здесь господа офицеры императорского флота устраивали приемы в честь августейших особ. Матросский клуб. Суббота. Им 18. Еще до того, как они впервые увидели этот город, Кронштадт уже был в их судьбе. Потому что Кронштадт – это история. Впервые полуденная пушка выстрелила 2,5 века назад. Сегодня она отмеряет дни их матросской службы. Воскресенье эти ребята проходят традиционным парадным строем по улицам Кронштадта, отдавая дань уважения прошлому Балтийской крепости, славной истории русского флота. История и море. Они везде. Даже в самих названиях. Морской собор, якорная площадь, адмиралтейство, голландская кухня, итальянская гавань. Thank you.
Погоду этого города всегда определяли ветры истории. С первых дней основания Петербурга шведский флот грозил юной российской столице. Казалось, сама природа предназначила пустынный остров Котлин для крепости, прикрывающей устье Невы. Петр I выбрал место для форта в версте от острова, на мелководье. Первый форт был назван Кроншлот, коронный замок. Его мортиры держали под контролем весь фарватер. И первый же бой новой крепости со шведской эскадрой вице-адмирала де Пру открыл длинный список побед. Толбухинская батарея, крепость Александра Невского, Александр Шанц, форты Цитадель, Ризбанк. Со временем 26 кронштадтских фортов наглухо перекрыли все морские подходы к столице России. Два с половиной столетия никому не удалось военной силой пробиться к Неве. От пирсов Кронштадта начинались победоносные походы русского флота к Ревелю, Выборгу, Чесме, Наварину. «Мы из Кронштадта», — говорили моряки революционной «Авроры». «Мы из Кронштадта», — говорили бойцы отряда легендарного матроса Железняка. ...150 тысяч кронштадтских моряков ушли на защиту Ленинграда в 41-м. Дальнобойная артиллерия кронштадтских фортов помогала удерживать фашистов, рвавшихся к Ленинграду. «Мы из Кронштадта», — написали морские пехотинцы на Рейхстаге. Кронштадт – город-остров. Море пронизывает своим дыханием его полдни и тихие вечера, его площади и проспекты, его бульвары и парки, куда только издали доносятся звуки военных маршей. Летний сад. Здесь особые памятники. Клиперу «Опричник», ушедшему в последний свой рейс из Кронштадта и погибшему в далеком Индийском океане. Мичману линкора «Азов» Александру Домашенко, погибшему при спасении нижнего чина
матроса, сорвавшегося с мачты. Море учило русских моряков братской взаимовыручке, бесстрашию и воинскому мастерству. Море будило в кронштадтцах дух исследований, потому должно быть в ряду с прославленными адмиралами ученые-мореплаватели, полярные исследователи. Город-парк, город-памятник и по-прежнему военный город. Ночной патруль. Им 18. Уже 18. ДКП! Есть ДКП! Была часть блокпоя готова! Есть! Карнастоп на перенести! Якорь чист! Шум в отсеках на лодке подводной затих. За кормою остался последний денек. Командир провожает матросов своих, им деливших тревоги ни день и ни год. Даже если опасность сжималась с кольцом, ты единственный выход всегда находил. На подлодке тебя называли отцом, почему же теперь ты молчишь, командир? Завтра снова подлодке куда-нибудь плыть, и другие ребята прибудут на флот. Только этих тебе, командир, не забыть, ведь частица души вместе с ними уйдет. Но в одном, командир, будь уверен вполне, что ребята твои в обстановке любой так же честно служить будут нашей стране, как на лодке подводной служили с тобой. Сегодня над Балтикой мирные ветры. Продолжением Петровских проспектов встают новые микрорайоны. Несет свою вахту Кронштадт-корабел. В этих доках морского завода, одного из старейших в стране, готовился к ходовым испытаниям атомоход «Ленин». Сюда возвращается на ремонт китобойная флотилия «Юрий Долгорукий». Здесь можно увидеть и знаменитую «Обь» перед очередным рейсом к берегам Антарктиды и легкие паруса учебного судна «Товарищ». Этот знак на морском языке – добро. Добро на выход. По Невскому фарватеру сквозь строй кронштадтских фортов проходят торговые корабли. Оборону флота и сего места держать до последней силы живота. Сегодня Кронштадт открывает морские ворота Ленинграда мирным судам.